هذه السائلة فاعين أم حسام Спрашивающий по تقول في имени هذا Умсам السؤال говорит: لدي ذهب Я هنا владею золотом أما и الذهب имуществом. Что فأؤدي касается золота, то я زكاته выплачиваю с него سنويا каждый год. أما А المال что касается فلا أؤدي имущества, то я не زكاته плачу с него. فهل علي Будет إثم ли на في мне грех ذلك за это? علما Зная, بأنني что я иногда آخذ беру из من этого هذا المال имущества, а أحيانا иногда добавляю وأحيانا к нему, то أخرى есть его أضيف состояние عليه нестабильное. لأنه ليس ثابتا أفيدونا في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Закят является обязательным в отношении ее имущества, если оно продержалось год. А если ты из него тратишь до истечения года, то нет с него закята. А если ты берешь из имущества и затем добавляешь к нему, и так прошел год, то ты выплачиваешь закят с того, чем владеешь. То есть из того, что осталось. Неважно, осталось у тебя больше из имущества с начала года или меньше. Важно, что когда прошел год, то ты смотришь, сколько у тебя осталось из имущества, и выплачиваешь закят с него. Эта обязанность лежит на ней. Если за прошлый год она не поступала таким образом, то она в опасном положении и выплачивает закят за каждый пропущенный год.